Штраф за нецензурные выражения в общественном месте повысят в 4 раза. Об этом рассказали на брифинге в Министерстве внутренних дел страны. Сейчас за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП. Это около 17 тысяч тенге или арест до 15 суток. Наказание по этой статье ужесточат уже в марте этого года. Достаточно лишь видеозаписи, либо очевидца, который подтвердит факт нарушения. Теперь нецензурная брань в общественном месте обойдется казахстанцам 70 тысяч тенге, а в отдельных случаях и арестом до 30 суток. Жители столицы на увеличение штрафа за мат реагируют по-разному. К таким поправкам, признаются правозащитники, относятся скептично. Говорят, нет никакой необходимости ужесточать наказание, поскольку штраф или тюремный срок можно получить даже за, казалось бы, безобидные слова. Кроме того, чревато это тем, что казахстанцы начнут массово подавать иски в суд. На это я смотрю на самом деле отрицательно, негативно, потому что я приветствую, да, там все эти хулиганские выходки и нецензурную брань на улицах, потому что, на мой взгляд, это коррупционная норма, вот смотрите, кто будет привлекать, да, вот эти наряды полиции, да, которых вызывают, или которые сами что-то увидели, или которым где-то прохожие сказали, вон, смотрите, там он что-то там, да, разговаривает, или кто-то специально на кого-то, знаете, есть такие люди, ну, конечно, может быть, это не как бы как доносчики, может быть, даже и почти безобидная ситуация была, полицейские начинают докапываться. Цель какая у них? Привлечь к ответственности этого человека? Да нет, понимаете, все-таки в основном, вот так получилось, что у нас в основном все эти служивые люди, которые в нарядах ходят, у них основная цель за время дежурства как можно больше собрать денег. В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП, либо арест до 15 суток. Законодательные поправки вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования. В целом предполагается, что принятые нормы позволят защитить конституционные права граждан на собственность, обеспечить правовое и культурное воспитание среди населения. Новые поправки в административный кодекс уже внесли. Сейчас подобная практика действует во всех развитых странах. Там за это нарушитель может заплатить штраф до 3000 долларов или получить до года тюремного срока.